Энергичные и талантливые в этом зале лучшая молодежь региона. И это не просто слова. Каждый из них доказал на деле, что способен повести за собой. Конкурс молодых лидеров в области проводит уже 13-й год подряд. И каждый раз открывают новых лидеров, которые становятся незаменимыми помощниками в самых разных сферах. Ксения Подгорная – неоспоримый лидер 44-го лицея. Активную позицию любчанка заняла еще в начальной школе. Была старостой в классе. После начала организовывать общешкольные и городские мероприятия. Сейчас десятиклассница – председатель лицейской думы. Со своей командой занимается благотворительными акциями в детских домах, больницах, помогает ветеранам. Я считаю, что нужно заниматься благотворительными акциями. Мне просто нравится делать добро. А то, что я председатель Лицейской думы, мне нравится организовывать разные мероприятия. Я просто с самого детства, мне нравится организовывать, проводить, мне нравится вместе со своими сверстниками как бы взаимодействовать. В этом году на конкурс поступило более 60 заявок от участников со всего региона. С февраля конкурсанты от 14 до 35 лет принимали участие в проектных сессиях, проходили тестирование и проводили различные акции у себя в городах и районах. В финал вышли 14 лучших. Участие в фестивале позволяет прежде всего нам, организаторам, выявлять вот эти новые звездочки новых лидеров. Мы стараемся помогать дальше ребятам развиваться. Любой конкурс – это возможность подвести определенную черту и провести самоанализ, понять, куда и как двигаться дальше. В финале конкурсантов испытывали в творчестве. Нужно было представить визитную карточку на сцене и умение отстаивать свою точку зрения в дебатах. Ксения Подгорная все эти испытания выдержала и стала победителем в своей возрастной категории. А титул молодежного лидера региона в этот раз получила Дарья Животворева из Добровского района. Она и представит нашу область на всероссийском конкурсе «Лидер 21 века». Юлия Нечаева, Михаил Жилкин, «Липецкое время».